А вот как не заболеть, рассказали всем желающим специалисты Республиканского центра медицинской профилактики. Они провели профилактическую акцию. Участникам рассказали, как уберечь себя и своих близких от гриппа и ОРВИ, тем более в самый сезон простуд. Кроме того, каждому дали возможность пройти бесплатную диагностику. Специалисты рассчитали индекс массы тела, измерили артериальное давление, а специальный аппарат показал состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Таким образом, доктор определял, насколько высок риск заболеваний и рассказал, как повысить иммунитет. Участники акции получили соответствующие рекомендации, а также медицинские маски и памятки. Сейчас, конечно же, нам необходимо носить маски обязательно, менять их в течение каждые 2 часа их необходимо менять, да, избегать места массового скопления, потому что грипп передается воздушно-капельным путем. Необходимо проводить вакцинацию, естественно, это в предсезонье, то есть осенью. Это основная у нас профилактика, конечно же, гриппа, это вакцина.